Из окна квартиры на 4-м этаже по адресу Шошина, 16, выпал 2-летний мальчик. Трагедия произошла 13 мая. По версии родителей ребенка, мама отлучилась на кухню ненадолго. Но этого времени мальчику хватило, чтобы забраться на окно и опереться на москитную сетку. Сетка не выдержала тяжести. Малыша госпитализировали. По сообщению отца ребенка, его здоровью сейчас ничего не угрожает. По данному факту, Ленинским межрайонным следственным отделом города Иваново, СУСК России по Ивановской области, организована доследственная проверка. Процессуальное решение по результатам доследственной проверки либо возбуждение уголовного дела, либо отказ возбуждения, если не было состава преступления, события преступления. В таком случае выносится постановление об отказе возбуждения. Недавно у нас также в областном центре выпадала из окна девочка. Она была чуть старше, ей 8 лет было.